Прекрати отцена насчет цирка, когда наше учреждение обратилось в Нью-Йорк Геннадий. Он нам сегодня обещает, там будет порядок, там. Он у нас порядок полтора года наводил. Я за Геннадия Петровича вам отвечать не буду. Тогда в чем дело? До свидания. А к вам вопросов нет. Какое дело вообще отношение с нами? Это на нас противно. А смотри, там молодежь. Беспредел, когда кончится. Сейчас можно законный путь для того, чтобы не было вот этого, чтобы милиция здесь стояла, прокуратура. Раз у нас получается... Председатель комиссии не хочет нам заявляться, не хочет вот эти бумаги у нас нарушения забирать. Мы можем сделать, создать референдум по отзыву результатов голосования. Готовы это сделать? Готовы! Прошу вас, у нас неприятности не было. Сейчас давайте расходиться. Сейчас мы... Не расходиться, секундочку, сейчас составим документы. Вот мы избрали комиссию, внимание. Мы избрали комиссию, вот, 5 человек. Сейчас создадим документы, потом каждый из вас, избирателей, подпишет. А где людей искать? Людей искать. То же самое, что ходили, встречались, будем встречаться где-то на рабочих местах, встречаться с вами. Ничего не трех дней сильно. Буквально одного-двух дней мы должны все подписаться. Да. Сделаем. Сегодня. Да. Сделаем. Сделаем сегодня. 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 Сегодня.